Понятно вам все по программе, да, это бонусы, я вам еще не зачитывала, которые будут у нас с вами сегодня. Скажите по программе, понятно все или нет? Если понятно, то я тогда дам вам специальное предложение, дам бонусы, и мы с вами возвращаемся к контенту. Понятно? Скажите, пожалуйста, по наполнению курса, есть ли вопросики? Супер, по наполнению курса, есть ли вопросики? Вот, шпильки самое лучшее в мое вложение в себя, вон, девчоночки. Куча, значит, студенток, как рассредоточиться, да, у меня здесь подружки есть, с которыми я хотела встретиться, и в итоге подружки, подружек, вообще все, как-то кто-то кого-то еще привозит, да, и так далее. В общем, я столько своих учениц здесь встретила, столько тех, кто прошли уже все, уже и первую ступень, и вторую, и третью, в общем, и значит, сверху сесть. Кстати, сегодня у нас с вами будет возможность, кто хочет, да, приобрести сразу две ступени со скидкой более чем 30%. Поэтому спрашивайте тоже такую историю у менеджеров, кто хочет, да, первая ступень – это в отношении на шпильках, вторая ступень – это высший пилотаж. Называется предложение «Комбо». Все, кто хотят на сразу на две ступени, тоже узнавайте, девочки, там хорошие, классные предложения. Так, понятно, какая длительность курса? 45 дней, девочки. Так, чат, куратор, курс, все идеально. Угу, да, супер, проходили, да. Так, хочу безумно на шпильки, девочки. Все, кто хочет, уже можете кликать на кнопочку «Узнать о лучшем предложении», и вас будет перебрасывать. Угу. Так, Инна, уточните, в пакете «Я сама» будут ли записи вебинаров? Да, будут. Так. А в пакете «Я сама», девочки, только нет моего разбора вашего кейса, да, нет моей проверки ваших домашек, нет приглашенных экспертов. Основная программа там есть. В записи разборы других девчонок тоже сможете посмотреть. Угу. Да, так я даже на работе применяла знания и изменилось отношение к окружающим. Да, вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста, прошла шпильки 14-й, на днях выхожу замуж за человека, который всегда отрицал брак. Инна, спасибо. Супер, Сашенька, я тебя поздравляю. Я тебя поздравляю. Так, третья ступень? Нет третьей ступени, девочки, только две. Так. Девушки, берите результат, он дольше. Потом будете доплачивать. Угу. И берите комбо, вон, пожалуйста, вам от души, смотрите. А, значит, советую. Так, ну что? Да, разборы других самые ценные, да. Итак, девочки, ну что, давайте я вам сделаю специальное предложение, чтобы вы могли уже оставлять свои заявки, да, спокойненько. У нас с вами еще будет идти вебинар, час так точно будет, да, нам еще нужно подбить вот эти вот все итоги, подвести итоги нашей с вами темы, да, и ответить на ваши вопросы, раздать, в общем, бонусы и так далее. Скажите, пожалуйста, кто меня видит впервые? Поставьте, пожалуйста, единицы, кто меня видит впервые, либо знает меня менее 2 недель. То есть вот где-то нашли, подписались, но вот особо не понимаете, кто я. Я посмотрю, как мне нужно представиться, если вы тоже можете написать, откуда вы. Мне будет тоже интересно, какая страна, какой город, тоже, пожалуйста, давайте немножечко познакомимся. Так, девчоночки. Ну что, меня зовут Инна Делмейда, я практикующий женский психолог. Опыт работы у меня более 14 лет. Работаю с женщинами в отношениях и с теми, кто хочет их обрести. Я являюсь выпускницей института ЦОП по направлению коучинг и ценностно-ориентированная психология. Такая странная фамилия у меня, потому что я замужем за бразильцем. Мы живем с ним в Бразилии, вместе уже 15 лет. У нас есть сынок, с нами поближе можно познакомиться в Инстаграме. Раньше я жила в Китае, мы с мужем жили в Китае, в Шанхае, и там очень много офлайн мероприятий я вела, женских кругов и так далее. И официально тоже являлась ведущей клуба P3000, это один из 250 клубов по всему миру. Официально в Китае была ведущей я. Итак. Но с тех пор, как мы переехали в Бразилию, была открыта онлайн-школа, и теперь все мои продукты можно приобрести только через эту школу, ни по каким другим каналам, девочки. Где-то вам там что-то пишут, по каким-то там предлагают непонятным ценам, это все мошенники. Только вот в Инстаграм к нам переходите, либо в Телеграм, да, который тоже ссылочка на него есть в Инстаграме. Вот только там, все остальное мы не несем ответственности за это. Уже более 15 тысяч учениц прошли мои авторские курсы, в том числе курс в отношения на шпильках. Это тот курс, о котором мы с вами сегодня говорим. Какие еще курсы вы могли знать, ну, могли слышать, да, о них, но не знали, что это наши? «Женщина, влюбленная в жизнь» — это, конечно же, первый курс по самооценке, по ресурсам женщины, по ее манкости, легкости, сексуальности, привлекательности и так далее. Есть все ресурсы внешние и внутренние. Это все вот этот вот большой 60-дневный курс. Кто слышал, кто проходил, я вас поздравляю, вот если не знали, какой это вот он. Второй курс — это в отношении на шпильках. Это то, о чем мы говорим с вами сегодня. Это курс про мужскую психологию, правила построения гармоничных отношений, сближения, потребности, в общем, значимость,
в общем, все-все-все правила, да, построения классных отношений, личные границы, дистанцирование, разборы кейсов, мои консультации, это все в этом курсе. Это первая ступень, называется она «В отношениях на шпильках». Дальше вторая ступень – высший пилотаж. Вторая ступень шпилек – это высший пилотаж. Здесь мы с вами изучаем и углубляемся еще, до, еще глубже, да, это еще 45 дней работы над собой. Здесь мы углубляемся в дозированность, здесь мы углубляемся в сближение, здесь мы углубляемся в типажи мужчин, кто они там у вас, короли, воины. В общем-то, здесь же сложные стратегии из потрахуль в отношения, как выйти, да. Здесь же у нас с вами женская конкуренция, тоже 5 часов контента. И здесь у нас с вами много экзаменов, которые позволяют вам тренировать вашу насмотренность, да, считывание ситуации мужчин и как нужно поступить как со стороны значимой женщины. А это у нас с вами вторая ступень. Дальше. В закрытый клуб давайте учиться на ошибках других. Закрытый клуб – это подписка. Вы можете подписаться на месяц, либо же на год. И там есть программа, которая постоянно обновляется. То есть мои какие-то разборы, консультации, лекции, приглашенные эксперты, психологи, сексологи, в общем, нейрографика. В общем, чего там только нет, девочки. Спрашивайте всегда программу наполнения клуба и можете присоединиться в любое время. Еще раз говорю, если на месяц, то будет один ценник, если на год, вы значительно экономите. В общем, узнавайте, тоже у менеджеров это все можно узнать. Так, ну и маленькие у нас есть небольшие такие, значит, продукты, которые 2-3 дня они идут, да, мастер-классы, которые не нужно ждать запусков, начала и так далее. Вы покупаете, он сразу же открывается у вас как бы в папочке, вы можете его посмотреть, как, когда хотите. Итак, первый мастер-класс трехдневный – это «Как забыть бывшего». Это терапевтический мастер-класс, значит, из трех дней состоит, как отцепиться от человека, которому вы не нужны, либо который не нужен вам, когда умом понимаете, но сердце не отпускает, да, или еще есть эмоционально такая энергетическая привязка, да, это все можно проработать на этом продукте. Дальше у нас с вами искусство вкусной переписки, вторая история, да, то есть второй мастер-класс искусство вкусной переписки, это тоже три дня изучения, значит, онлайн-общения, как делать так, чтобы он сидел, ждал ваших смс, как делать так, чтобы он из смс переходил в реальные встречи и так далее, как вообще разбираться в этой всей онлайн-истории, в общем, как мужчину на себя подсаживать в онлайне, скажем так, да, сближаться. Это все изучаем здесь. Дальше двухдневный мастер-класс «Стань ближе к нему». Это мастер-класс по сближению. То есть здесь у нас 5 уровней сближения, которые мы изучаем, как сблизиться с мужчиной и интеллектуально, и эмоционально, и так далее. В общем, кому нужна только эта тема, вы тоже, пожалуйста, можете запрыгивать. Ну и перезагрузка подсознания – это дополнительный продукт, который вот такой психолог в кармане, да. Прорабатываем установки, прорабатываем убеждения, образы, вина, страх, непринятые качества, кармические уроки и так далее. Это все можно найти здесь. Этим продуктом можно пользоваться постоянно. Там 4 лекции, где вы изучаете как бы сами темы, потом даются техники и даются карты для скачивания колоды, да, вы работаете на картах, на метафорических, не карты Таро, Пашу, да, не путать, на метафорических, и вы можете работать как бы со своей головой сколько угодно, пока вам карты не надоедят, и потом просто можно карты заменить и продолжать работать со своей головой хоть еще там год-два, когда вам удобно. А установки у нас всегда есть новые в голове, образы всегда приходят новые, поэтому всегда есть с чем работать. И вам, и мне, и как бы каждому человеку на этой земле. Так, купила МК вкусной переписки и начала действовать. Мужчина очень быстро включился. Давлю на ум, физика, юмор. Только так откликается, поворачивается. Вот правда, девочки, не ломайте бобик, вы слушайте Инну. Ну вот, все 100% попадание в цель. Угу, супер. Супер. Так, девочки, также являюсь основателем проекта «Возрождение». Это бесплатная психологическая помощь украиночкам. Уже около 4000 человек прошли этот марафон. Это терапия. Бесплатно, абсолютно. Сканируйте, значит, код и переходите. Этот продукт создавался в начале войны. Именно для тех, кто не мог совладать как бы со всей этой ситуацией. Тревожность, невозможно поставить мозги на место, синдром отложенной жизни. В общем, вот эта вот вся внутренняя боль и так далее. Через 2 года вот этого всего пиздеца, я свято верю, что этот продукт уже нужен абсолютно всем, поэтому вне зависимости от нации абсолютно всех приглашаю, пожалуйста, сканируйте и бесплатно его проходите. Итак, это моя семья, мой муж, ребенок с нами ближе, еще раз говорю, можно познакомиться в Инстаграме у нас, пожалуйста, 294 тысячи подписчиков, скоро будем, значит, с вами отмечать 300 тысяч, да, и в ТикТоке у нас 560 тысяч подписчиков, пожалуйста, подписывайтесь везде.